Ребят, мы вас поздравляем с прекрасным танцем, с этим финалом. Вопрос, на который очень сложно ответить, но что вы сейчас чувствуете? Ну, я вот себя, видите, эмоциональная. Ну, мы на самом деле с Александром танцуем уже 27 лет. Ну, не в паре, конечно, в паре 10. Вот. И, конечно, когда понимаешь за 27 лет, какой это путь, сколько ты километров прошел в зале, вот, и съездил по всему миру на турниры, то немного грустно. И, ну и радостно от того, что начинается какая-то новая глава в жизни. Ну, прощаться, конечно, очень грустно, но это было волшебно. Спасибо этому залу, организаторам, зрителям, конечно же, нашим тренерам Алексею Рудольфовичу, Ане Владимировне. И, конечно, тебе. На самом деле, очень сложно передать словами. Я, честно, немножко готовился, как это будет. Вот. Но я подразумевал, что, наверное, не будет этого ощущения, когда мы стояли перед финальным джайвом и думали, ну, вот это последний джайв наш. Сложно описать эмоции. Наверное, должно пройти время, чтобы действительно понять, что действительно это огромный путь длиною практически всю нашу жизнь, которую мы прошли с танцем, работая изо дня в день. Поэтому, честно, сложно. Но мы прощаемся с латиноамериканским танцем, с 5 танцами. Вот. И планируем все-таки станцевать еще одно новое шоу, пытаться защитить свой титул чемпионов мира. Поэтому... И просто станцевать. И просто станцевать, потому что мы уже сделали новое шоу. И решили, что Штутгарт хорошее время закончить, так сказать, на пике именно танцевальную карьеру 5 танцев, да, и полностью сфокусироваться на шоу. Вот такие наши планы. Это круто, прям успокоили, что мы еще увидим ваше творчество. Да, ну и момент волнительный, но и атмосфера в зале. Вот оркестр специально для вас вернули в этом году. Не, вы знаете, это, конечно, волшебный турнир и волшебное место. И не одна пара до нас, я думаю, что еще после нас будет завершать здесь. Да, потому что это действительно теплая публика, да, когда весь зал тебе стоит. Аплодируют, как бы говоря. То, что будешь спасибо вспоминать за эту карьеру, да, это, наверное, никогда не забудется. Какие у вас еще дальнейшие планы, кроме шоу? Что это может быть, продолжение кулинарных рубрик или еще что-то? Боже, вкусаж. Вкусаж. Наконец-то вкусаж будет на танцпорте. Вкусаж, господи, то я все пытаюсь, чтобы его раскрутить. На самом деле вкусаж будет, да, мы на самом деле много разных идей, просто пока мы действительно очень сильно и много готовились буквально все лето, до Европы, после чемпионата Европы, готовились к этому событию, к этому дню. Поэтому, да, конечно, будет вкусаж. В планах нести себя через учеников. Да. Ну, да. Это такое естественное продолжение танцевальной жизни. А кто из вас чаще готовит за пределами Инстаграма? Ну, конечно же, одинаково. Ну, я мог бы сказать, что я. Но я, чтобы быть политически корректным и правильным, чтобы мне еще все-таки... еще жить. Спасибо, дорогой. Поэтому мы готовим одинаково, но, конечно, она больше и вкуснее. Вот так. Очень приятно. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Мы будем за вас болеть и ждать ваше новое шоу. Спасибо. Спасибо. И вкусаши. Спасибо. Пока. Все будет. Спасибо.